Оздоев. Оздоев, штрафной прострел, рикошет. Нет, Головин мяч. Только сейчас получает. Головин, прострел, гол! Это гол! Это первый гол сборной России, ворота Сан-Марино на 25-й минуте. В минуте, скорее всего, там был рикошет. Баринов тоже, конечно. Головин тем временем в штрафную врывается, пенальти. Это пенальти! Друзья, это пенальти. Головин зарабатывает 11-метровый удар для сборной России. Кто пробьет, наверное... Дзюба, думаешь? Дзюба. Ну, капитан, по крайней мере, стоит в штрафной площади в единственном числе. Да, он будет бить. Такие вещи легко не увидеть. А итак, Артем Дзюба. Внимание, удар и гол. 2-0. Сборная России. Фирменный жест Артема перед трибуной новопостроенных. А тем временем еще одна атака. Пас, пятый удар. 3-0. Вот это да! Федор Кудряшов забивает этот мяч. Причем это гол, который, ну, почти один в один повторяет мяч, который он забил в Турции. Очень, ну, то есть комбинация, удар только был другим. Там между ног голкипера, здесь прям в девятку, но комбинация. И здесь забегание готовится, и что дальше? Дзюба снова на коротке, передача дальше. Ну, Марио Бей, удар поворотом, 4-0. 4-0, это Антон Миранчук. Было несколько попыток пробить поворотом, но и в итоге у Антона удар получился наиболее убедительным, что ли. И мяч в сетке. Прекрасный. Мяч. Прекрасный. Головин подработал мяч. Еще дальше влез в глубь штрафной площади. Подачи на дальнюю. Дзюба, удар. Гол. Наконец-то. Наконец-то. 5-0. Дубль Артема Дзюбы. Да, вот он, гол Артема Дзюбы. Очередной в этом матче. 5-0 сборная России. Громит Сан-Марино. Забил. А там еще есть время, чтобы повторить. Либо... Пенальти. Да, это пенальти. Либо написать новую историю. Потому что сейчас пенальти и уже, дай бог, счет будет 6-0. Удар и берет, но добивание. И счет становится 6-0. Да, оформляет хитрик. Артем Дзюба, голкипер Бенедеттини, конечно. Смолов тем временем получает мяч. И Смолов нет. Да! Федор Смолов забивает. 7-0. Друзья, счет стал 7-0. И мы просто видим повторение рекорда сборной России. Комбинация. Дзюба. Подача Дзюбы. Смолов. Удар. Гол. И вот он, рекорд. Вот он, рекорд. Федор Смолов забивает свой второй мяч в этой игре. Но самое главное, сборная России обновляет историю. Теперь это самое... Кудряшов неплохо. Передача. И будет ли? Будет покер. Покер Артема Дзюбы. 9-0, друзья мои, это невероятно, это просто, это уже не футбол, вы знаете, это уже не футбол, но тем не менее, 9 мячей ворота Сан-Марино.